парня. Машина делала первые шаги, она у нас застряла, передок провалился. Сейчас будем вытаскивать ее вот этой Вольвой, которую недавно купили. Сейчас будем делать процедуру. Первые шаги, машина заказана, выезжает на работы. Так, смотрите, забуксовала у нас машина. Застряла, передок провалился. Показываю машину до ремонта. Шланг лопнул. Сейчас кран поменяли. Тоже зашипел, машина стояла, новую сразу поставили. Тормоза хоть раз тормозились. Так что сейчас будем выезжать. Вот такая машина до ремонта. Вот в чем причина. Вот.
Так, показываю. Вот они, нюансы все показывают. До ремонта. Сейчас покажу. Зашипели краны, что-то все, шланги лопнули. До ремонта показывал, как она находится. Машина. Вот они места. Раз, два. По капоту. Тоже вопросы есть. Вот клепали, да, клепка. Зато салончик шикарный. Салончик бомба вообще, смотрите. Холодильничек, все дела. Столик. D12 заводской. Ну все, приступаем к работе данного заказанного автомобиля. Показываю Волечка, которая у нас делается Вологу с D12 мотором. Показываю, какие работы сейчас произвели. Так, сейчас лобовое будем снимать, лобовое будем менять. Пока стекольщики приехали, сразу делаю 5 машин разом. Сейчас я стекла, кстати, у меня в наличии, все есть. Все держу в наличии. А стекольчики чисто меняют. Так, идем к ходовой части. Что мы обнаружили при разборе? Так, вот у нас ходовка практически разобралась. Здесь, ну, меняем стальники мы не глядя. Скажем так, уже, скажем, пускай будет взглядом на будущее. Колодки здесь очень хорошие по состоянию, мы их не трогаем. Мы здесь колодки делали, редуктора также мы перебирали. Но уже прошла машина после переборки 1080-100. Хотим еще раз вытащить и еще раз проверить редуктора. Я так, ну, с человеком договорился. Тут сальник у нас мокреет. Будем менять, видите, здесь уже, ну, как бы видно, уже потеет. Так что, что еще тут мы сделали такого интересного? Да пока все разбираем. Сейчас редуктор вытащим. Кстати, кран, да, поменяли, когда с территории выезжали, сразу новый поставили. Глушитель по заказу клиента будем выводить вот сюда вверх. Он здесь, видите, как вниз идет. Тут же наш клиент запросил. Ну все, сейчас будем дальше делать. Вытащим редуктора, покажем. Друзья, идет сборка Volvo. Рама вычистилась, покрасилась. Показываю. Так, меняем амортизаторы средние на средней оси. Заднюю ось амортизаторы оставляем. Также их проверили, они работают. Редуктора вытащили. Будем проверять. Редуктора уже перебраны были нами ранее. Вот они, редуктора. Чтобы клиент знал, что все проверяется. Там, видите, ни стружки, ничего нет, все четко. Также ступицы сняли, новые сальники и валы. Отдали токарю проточить. Валы наваривали. Втулки уже стоят новые, кстати, все. Втулки новые. Уже поставили. И здесь, и с этой стороны тоже новые стоят. Новые сальники. Ну, в общем, ходовка перебирается. Все подшипники проверены. Сборка продолжается. Также показываем Вольвочку. Вот это вот приехали валы. Валы наварили. Все проточили. Сейчас все четко. Новые втулки, сальники. На средней оси амортизатор, по-моему, говорил уже, да? Также ставим новые пружинки на коробке. Собирается. Я говорю, собирается. Вольвочка, пока там колодки не клепали, потому что мы клепали их ранее, когда делали ходовку. Колодки оставили его, они, ну, в смысле, новые, да, по толщине. Остальное ремкомплекты. Валы показывал, проточили. Так, сейчас также здесь показываю. Сальники ставим. Мексика. Отлично, все 4 показываю. Вот он. СКМ. Тут написано Мексика.
Есть такие фальшивые, парни, не покупайте их, надо брать именно вот эти мексиканские. Также у нас получается ступицы подчищены, АБС-ки вычищены, подшипники тоже проблем нет, все хорошенькие. Сейчас мы будем собирать ступицы и в путь. Так, показываем редуктора. Показываем редуктора задние. Тебя должно на самой. Так, смотрите. Вообще 2,2. 3,5 десятки. Да, все четко. Все, нас это устраивает. Мы его и выставляли, в принципе, таким. Все. Сейчас покажем на среднем редукторе. Кстати, передатка. Давайте сразу покажу передатку, чтобы человек знал. 41.11 это 3.73. Здесь редуктора. Друзья, показываю. Зазор. Средний редуктор выставили. Так, здесь все на клей посадил, гаечку, все как положено. И здесь тоже на резьбовый клей все поставил. Так, показываю. Смотрите. Зазор. Так, 3,5 десятки. Так, четко, вот. Все отлично. Все оставляем так. Нормально все. Показываем блокировку. На средний редуктор. Так, крест. Вообще проблем нету. Все четко. Вал нормальный. Ни выработки ничего нету. Шестерня тоже четкая. Да, в общем, собираем все обратно. Проверили, все четко. Грибок. Проблем нет. Подшипники. Все четко. В общем, сейчас будем собирать обратно. Так, друзья, показываем вольвочку с 12 мотором, показываем, ставим новые барабаны, новые амортизаторы, кардины все поставили, все проверили, редуктора все поставили, энергичи, камеры, все новое, валы наварили, поставили ногу, как он просил, чтобы глушитель сюда вверх выходил, здесь не было ноги этой, глушитель у него вниз выходил, все вырезали, вот там он валяется, кронштейн. Ну, сборка продолжается сейчас по передку у нас. Подожди, Виталий. Давай покажем, что тут по передку. Так, здесь мы валы оставляем. Трещотки, колодки наклепали. Шкурень качнем, покажем. Подожди. Это что? Да, шкварные четко не болтаются. Ну все. Трещотку сняли, проверили, все работает. Все, промазал, все, как. Итак, друзья, Volvo показываем, который за 12 мотором. Так, шатай. А ну-ка. Шатай. Все четко, да? Не болтается? Нет, не болтается. Вообще офигенно. Это вал здесь стоит четко, колодки наклепали. Все сделали, здесь ступица, ничего не делаем. Смотрите, здесь у нас одна беда вылезла небольшая на этой машине. С левой стороны, я сейчас, наверное, так даже покажу. Рессора лопнута, обратите внимание. Видите, друг на друга залезла передняя левая рессора. Оказалось, лопнута. Она должна быть вот такая, там, видите, сломана друг на друга. Будем менять, сейчас соберем передок все здесь. По передку, в принципе, все нормально, таких проблем тут не было никаких. Только единственное, вот, наклепали колодки и... Рессора лопнута. Тут также ПГУ у него стоит. Глушитель меняем. Будем ставить трубу другую полностью, потому что тут была, вот здесь был резонатор внизу. Ну, короче, все переделываем под родные вещи. Вот это все будем, кстати, тоже убирать. Вот здесь тоже есть, смотрите, видите, новые места. Будем делать все. А так Вольвочка, конечно, будет классная. Так, друзья, показываем, меняем глушитель полностью. Здесь он шел вот отсюда вот так вниз и уходил туда. Смотрите, вот его все старое, что стоит, все гнилое. Сейчас будем варить это место под датчик. Также хомут у нас сломался. Будем ставить новый. Абсолютно. Так что сейчас все гофры новые собираем. Заново всю магистраль будем прокладывать другую. Ногу, кстати, мы уже здесь все сделали. Закрепили. Все есть. Что надо нам вывести? Вот сюда.
поставить прямой по заказу клиента. Делаем, скажем, как по заводу, можно так сказать. А так уже резиновая обувь. Уже все красиво. Уже машина. Также кронштейн грузовиков повесили. Ну, в общем, идем дальше. Работа кипит. Здесь еще по мелочи, конечно, работы очень много. Также здесь у нас по малярке работа. Немало, видите, да? Все это надо вырезать. Здесь тоже немало вырезать. Так, друзья, правая сторона собирается. Колодки все покрасили. Губы намазали. Ходовки. И в путь. Сейчас и будем собирать. Так, друзья, показываем, рессору сняли, которая была сломана 70 лет тому назад, судя по ржавчине. Вытащили рессору на этой волечке, сейчас будем ставить другую. Рессоры эти, падла, очень дорогие, но купили, в общем, нашли именно Хендриксом на Вольву. Сейчас будем ставить сюда эту рессору. Вот она, друзья, рессора. Сейчас будем мы ее ставить на эту вольвочку. Сайлентблоки нормально все. Так, друзья, меняем подушку левую на вольвочке. Ставим новую. В общем, меняем подушку. Это шипит. Подушку поставили. Поехали дальше. Так, показываем вольвочка, которая за 12 мотором, 780, показываем, вырезали лишнюю, видите, все гнилое, это все будем вырезать, варить. Все будет делаться. Лишнее вырезали. Да, с этой стороны, сейчас покажу с той стороны. Ну вот она, вот такое бывает, друзья, это вот она, видите, в таком состоянии. На самом деле это мелочи все. Вот эта часть. Сейчас покажу с той стороны. Вот с этой стороны тоже вырезали все. Здесь тоже, видите, даже основание, куда варить, тоже гнилое будем варить. Вырезать все. Вот оно все. Вот в таком вот состоянии. У Вольвы, конечно, минус есть, что она железная кабина. Только у Вольвы железная кабина. Остальных у всех алюминиевая, на американцев. Но поверьте, комфорт этот стоит этого. Стоит. Так, парни, химичим, короче, мы на D12 мотор глушитель. Новую ставку ставлю. Сейчас сделаем 45 градусов, чтобы все было так, как мы хотим. Мы так заварили. Офигенно вообще. Так, друзья, ставим новый глушитель. Полностью поставили. Полностью весь глушак новый. Из-за там труба стала старая. А так все новое абсолютно стоит. Поставили ногу, кронштейн. Как просил заказчик. Вот так вот остановился кусок, который вырезали на кабине, на двери. Все это вот так восстанавливается. 780 Volvo с D12 мотором. Показываем. Вот так это у нас тут получилось. Вы помните, да, тут как все было? Тут все выводилось, выводится. Тут уже кусок новый вареный. Здесь тоже новый кусок вот так вареный. Малярка идет. Друзья, красим губы, как говорят хейтеры. По капоту тоже работа. Смотрите, сколько сделано. Тоже все клеилось, все склеивалось. Работы, малярки очень много на этой машине. Сейчас стал показ, видите, тоже эти моменты, чтобы люди видели, какой бы работа делается. Весь капот практически малярился, все тут склеивалось. Также здесь, помните, да, как было? Тоже кусок здесь менялся, вот так же. Здесь также кусок менялся. В общем, работа продолжается. Красим губы, как говорится. Да, друзья, малярица вольвочка. Здесь помнили, да, что творилось вообще? Тут вот так все вырезали,
делали, короче, латки кидали здесь на двери. То же самое вот так вот кидали. Весь капот восстанавливали полностью. В общем, малярка идет, друзья. Также здесь тоже варили, делали. Где-то, не помню уже. В общем, машина малярится. Скоро будет. Скоро будет красавица. Смотрите, ставим новые обвесы на вольвочку. Видите, вот эти части, они уже нового образца. Они уже как литые получаются. Вот эти ставки, то есть... Ну, вот так вот покажу, видите, вот здесь старого просто, видите, она отдельно вставляется. На саморезы крепят там разные. Вот эта полоска, короче, видите, она. А здесь, на нового образца, она уже просто как, ну, уже литая, грубо говоря. Также будем ставить туда задние куски. Он просил у нас куски до конца бака, ну, до колеса. Будем ставить задний кусок, хотя там было всего два куска. Чтобы все новые обвесы ставим. Так, произойдет сборка автомобиля Volvo, который с вольвовским мотором. Ставим здесь рога, фары новые поставили. Так, кулер, радиатор. На опрессовке кулер отвезли. Радиатор уже опрессованный. Так, ставим повороты специально, ну, зеркала с поворотами, чтобы было красиво, чтобы машина была зверь вообще. Это большая кабина на короткой раме. Так, все, делаем новые дизайны. Сейчас будем красить это в серебристый цвет. Также бампер. Смотрите, собирается Volvo. Большая кабина на короткой раме. Правую сторону уже собрали, поставили обвесы. И поставили обвесы нового образца, где вот эта штука летая. Вы поняли, да? То есть она несъемная. Уже все вместе идет. Также сейчас собираем правую сторону, левую сторону. Собирается левая сторона. Скоро будет финиш этой красавицы Volvo. Поставлю новую оптику, решетку новую, мухобойку. Еще в порядок привели. Итак, друзья, показываем. Сняли клапанную крышку. Посмотрите обстановку в этом двигателе. Показываем. Двигатель. Вообще гари нет никакой. Масло чистенькое, клапанная крышка внутри чистая. В общем, мы договорились с клиентом так, что он берет машину, я ему цену скидываю на ремонт мотора. Он возьмет, посмотрит, как он работает, мотор этот, как себя поведет в дороге. Если, допустим, что-то не то, допустим, будет поджирать масло, да, тогда приедет, будем делать, ну, доплатит, грубо говоря, и будем делать двигатель. Вот так мы договорились с этим клиентом. Пока, ну, предпосылок, что он жрет масло, блин, ну, не видно, да, гари нету. Мотор, в принципе, весь сухой. Абсолютно, показываю. С этой стороны, с этой. Вот до ремонта, вообще весь сухой. На мой взгляд, нормальный мотор. По моим ощущениям, что я могу сказать. А там покажет дорога. Мы договорились так, без ремонта мотор отдают человеку. Также мы здесь меняли, кстати, вставки. Новый хомут поставили на глушитель, потому что мы там гофры, вон там меняли, все делали. То есть всю мы систему эту всю переделывали глушителя.
Так, друзья, смотрите, сейчас будем менять масло в моторе. Хотел бы показать. Принеси, Давид, ведро покажем. Вот масло. Давай, неси сюда. Сейчас покажу масло, как его сюда буду заливать. По рекомендации одного из моих клиентов, которому оно очень понравилось. И тоже фильтра серый принесешь, покажем. Посмотрите, масло. В таких ведрах. По рекомендации человека одного. В общем, льем полусинтетика, зип масло. Фильтр оставим Дональдсом, хороший. Made in Poland. Китайские вообще фильтры не признаю, честно. За стремянку сказал? Да, стремянку потянули, все сделали. Там уже клиент, может быть, сам поменяет под себя какое-то масло. Не знаю, это уже дело лично каждого. Смотрите, как эта коробка работает. Обратите внимание. Флажок вверх. Это девятая. Видите флажок вверху? Тут лунка, коробка, в одной лунке две передачи. Это флажок не родной, я так понимаю, но тоже работает. Вниз, газ бросаю. Все, она же десятая, поехали. Вот так эта коробка работает, чтобы клиент видел, как она работает. Так, смотрите. Что хотел по этой машине сказать. Получается, едет очень мягко, очень, в салоне тихо. Не знаю, я давно такой мягкой машине не ездил на грузовую, если честно говоря. Вообще кочки глотает просто. В салоне тихо, четко, я не знаю, управление. Руль бросаю, вот, едет вообще. Комфортная, классная, мягенькая, офигенная машина, на мой взгляд. Давайте покажу давление, да, покажу давление. Температура. Так, давление у него 65-70. Температура вот так у него, 180 стоит. Надув турбины, вот газ даешь, надувает, вот он. Едем 110. Ну, набирает нормально. 120. Вообще классно идет, честно. Тут еще окно приоткрыто у нас, а в салоне тихо, вообще просто, я не знаю. Как в легковой элитной, честно, по езде четко вообще. Как уже давление на холостых. Почти 40 у него давление. Машина прогрета, вот пока в пробке стою, думаю, покажу давление для клиента. Смотрите, автомобиль Volvo с вольвовским двигателем. Это получается маленькая рама, большая кабина на маленькой раме, скажем так. Она база короткая, а кабина большая. Смотрите, такой автомобиль получился у нас на финише. Вот такой у нас дизайн получился. Я не знаю, тут уже на любителя, конечно, но мне нравится очень дизайн. Пишите в комментариях, кому нравится, кому нет. На мой взгляд, очень классно, очень.
Вообще офигенно. Так, сделала на машине много чего. В ролике будет, друзья. Ролик, получается, записан. Редуктора перебирались. Ну, все проверялось на этой машине. Двигатель мы решили оставить как есть. Там уже по факту с клиентом мы договорились. Получается, как... Ну, покатается, посмотрим по мотору. Тоже в ролике есть. Глушитель вывели сюда. Вот такой дизайн сделали. Энергичи новые поставили. Барабаны новые поставили. Здесь нового, друзья, очень много. Очень. Прямо я скажу, что прям, ну, немало вложено денег, средств, труда. Кабину в порядок привели, покрасили там частично. Показываю двигатель, друзья, в каком состоянии. Так, двигатель Вольверск у нас завода. Так, в принципе, все сухо, все сделали, все проверили. Кстати, мотор был у него сухой, я снимал клапанную крышку, показывал все, как есть. В принципе, по двигателю нормально все. В общем, сейчас на базу будем смотреть дальше, что делать. Температура четко, давление четко, у нас за 65 давление показывает. Температура больше не поднимается. На машине мне остался сделать салон, химчистку сделать салона. И мелочевка еще кое-какая есть, я доделаю, там по электрике вопросы есть небольшие. Так, в принципе, машина почти готова. Сейчас подъезжаю на базу. В принципе, машина очень мягкая, друзья. Вы не представляете, как она едет, как в салоне тихо. Она реально, ну, как легковая, вообще кочки глотает. Вот здесь дорога шифер, а я не чувствую, вот, смотрите. А я еду как мячик, честно. Так что все четко, друзья, подъезжаем. Сейчас я покажу сапун, как он сапунит. Этот автомобиль покажу, двигатель. Сегодня вот покатался, может, километров, ну, не знаю, может быть, 8 накатал. Сейчас я буду... Покажу вам сапун. Зеркало поменять еще надо, кстати. Поменяем тоже. Сапун так попаривает. В принципе, не критично, на самом деле. Вот такой вот у нас автомобиль, друзья. Смотрите, на короткой раме. Большая кабина. Вот такой красивый автомобиль, на мой взгляд, получился. Сейчас покажу вам двигатель, как выглядит мотор. Смотрите, кому нравится, кому нет, новые дизайны стали делать. Так что вот так вот. Вид офигенный, на мой взгляд. Смотрится, я думаю, внимание будет привлекать. Это точно. Так, мотор чисто работает. В общем, в объем работы, друзья, все показал в ролике. Все посмотрите, что сделано, не сделано. Сейчас покажу под капотом. Так, смотрите, как двигатель. Смотрите, как двигатель. Здесь мотор, все сухо. Все четко. Друзья, вон, сапун, да, хотел показать. Я не сказал, что он прям сильно сапунит, знаете, такого в принципе нету. Не сильно сапунит, масло поменяли, он лучше стал намного. Это в принципе, ну, ни о чем на самом деле. Вон она, сапуна трубка, вон она. Это сапун. Не, нормально. И подавление нормально. Так, холостые 40 обороты. Да, почти 70. Так, друзья, приехали забирать машину в химчистке салона. Сейчас покажу, как получился у нас салончик. Такая красавица машина вообще. Так. Так у нас получился салон.
вообще классно. Так, это у нас музыка, все дела. Смотрите, это у нас, знаете, на окна сеточки, холодильничек. А это у нас вот эти вот сетки, вы поняли, да, на окна боковые, как шторки. Такой салон у этого автомобиля. Все, сейчас поедем, мелочь доделаем, да и в путь. В принципе, отдадим, поедем оформим машину сразу на клиента, здесь переоформим. Не на воле, конечно, салон классный вообще. Тут лестница, вы поняли, да, выезжает. Можно залезть на второй этаж, лечь спать. Глазком твоим ты сильно скучаешь по нам. Вокруг меня миллион дам. Любовь лишь тебе я отдам. Адам, адам, мадмуазель. Пять звезд мы в дорогом отеле. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Ведь никто мне, как она, не интересна. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Прости, это правда, но я не безобразный тип, мне нравится загадка. Меня не привлекает эти маме в Гуччи Прада. Зачем они нужны, ведь ты есть моя награда. Про нас ходят тупые слухи, они летят как духи. Ну где же ваши пруфы, аргумент мне нужен. Она психолог, она идеалист. Ну каким образом я не попал в блэк-лист. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Ведь никто мне, как она, не интересна. Ее харизма меня бесит. Ведь ничто так больше в голову не лезет. Наблюдаю, словно пьеса. Ведь никто мне, как она, не интересна. Она харизматична, эстетична. Невысокий рост, манера необычна. Глубокими глазами проникает прямо в душу. Если ты заденешь, то я выверну наружу. Она не интересна.